Итоги выборов в Европарламент не стали для европейских фондовых площадок таким потрясением, как для европейских чиновников. Торги на основных биржах открылись в понедельник в зеленой зоне. Лондон исключение. Оглушительная победа евроскептиков, считают эксперты, может осложнить не только европейскую, но и внутреннюю политику Великобритании. Почему же нет обвала, говорит немецкий трейдер. Есть несколько поддерживающих рынок факторов. Монетарная политика ЕЦБ остается мягкой. Итоги европейских выборов, в общем-то, не стали сюрпризом. И, наконец, геополитическое давление на Украине, похоже, ослабнет с приходом нового президента, готового разговаривать с Москвой. Глава Европейского центробанка Марио Драги на форуме в португальской Синтре дал понять, что ЕЦБ готов действовать. Это означает, что на следующей неделе ведомство может смягчить денежную политику. Российский рынок акций вслед за мировыми площадками и на фоне итогов выборов президента Украины в понедельник растет. Инвесторы надеются на деэскалацию ситуации. Резко укрепился рубль в отношении доллара и евро. В первой половине дня доллар подешевел на 24 копейки до 34 рублей. Курс евро на завтра упал ниже 47 рублей.